Этот день для меня торжественный, потому что я первый раз в своей жизни кандидат, баллотируюсь в Государственную Думу, и я очень рад, что сегодня такой солнечный, да, такой яркий, спокойный осенний день, прямо золотой осени. Я думаю, что как погода будет, такая же торжественная, пусть итоги будут выборов. И главное, чтобы все пришли голосовать. Это наше развитие, это наша страна будущего. Устойчивость нашего российского государства, когда мы все придем на выборы и будем выражать свое мнение. И каждый из нас будет участвовать в управлении своей страной. Любой голос, в любом направлении, за любую партию будет ценен. Для каждого, кто наберет большинство, он обязан претворять жизнь желания нашего общества. Вот это мост дружбы или мост, который будет соединять Государственную Думу 7-го созыва и избирателей, которые дали свои голоса, вот это будет наше будущее нашей страны. Насколько оно будет крепкой, вот это дружество. Мне задавали этот вопрос. Будете ли вы после выборов разговаривать с нами, с людьми? Будете ли слышать наше мнение? Да, будем слышать. Обязательно. Мы обязаны это сделать. Это мы должны, каждый из нас вместе составляем наше государство.